Сегодня я буду стряпать пиццу. Для этого мне надо 1 стакан кефира, сюда я налила, 1/2 стакана масла растительного я сюда налила, 1 чайную ложку соли, 1 столовая ложка сахара, 1 пачка дрожжей. Вот такие дрожжи я взяла, быстродействующие. И 3 стакана муки. Все хорошо перемешать, замесить тесто. Вот такое у меня получилось тесто. Оно немножко такое мягкое, не сильно упругое. И мне надо, чтобы оно подошло. Я его оставляю на коврике и закрываю стеклянной чашкой. Оставляем тесто на минут, ну, 20, может быть, чтобы оно немножко подошло. А сейчас я буду готовить начинку. Для начинки мне надо будет колбаса. У меня вареная колбаска. Сыр. Я уже все это натерла. Сыр твердый. Огурцы соленые. И мы купили майонез. Лука называется. Правильные соусы. И мы сейчас... Вот такой майонез. И сейчас мы посмотрим, что туда входит. Майонез. Состав. Масло растительное, рафинированное, дезодорированная, вода, уксус, сахар, соль, яичный желток, крахмал кукурузный, стабилизатор натуральный, полисахарид, консервант, сарабиновая кислота и прочие эфирные масла. Но здесь пишут нам что? Что здесь без искусственных ароматизаторов, вот здесь и красителей, и экологический сертификат имеется, и без ГМО. Будем надеяться. И вот такой острый кетчуп купил Толя. Значит, в нем что у нас находится в составе? Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты, специи, содержит сельдерей. И пишут, нам обещают, что здесь нет искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов, без использования ГМО, без добавления крахмала, без глютена, содержит ликопин только. Все. Ну вот, будем надеяться, что здесь нормальный, хороший продукт. Больше у меня ничего нет для пиццы. В общем, будет вот такой открытый пирог у нас. Тесто уже... Нет, еще немножко пусть постоит. Пусть чуть-чуть подойдет. И потом буду раскатывать его на противень. И раскладывать начинку. А выпекать я буду вот на таком обычном противне. И вот на такой, на таком резиновом коврике. Он не пригорает, этот коврик. Силиконовый. И специально для выпечки. Я на нем уже выпекала. И очень хорошо получается. В общем, тесто у нас немножко подошло. Я его, правда, уже помяла. И сейчас я его буду раскатывать. Прямо на противне. Вот этот коврик, который на противне, я немножко смазала маслом растительным. Так, ну так примерно. Первый слой мы будем намазывать кетчупом. Так, затем я буду колбаску слой насыпать. Пицца будет очень такая простая.
без всяких заморочек. Ну, за что пиццу и любим, да? За то, что она очень... Это очень простой такой открытый пирог и готовится из тех продуктов, которые есть в холодильнике. Так. Затем огурчики разложим. Так, а сверху майонезом немножко помажем. И сыром присыпем все это дело. Так, все и в духовочку. Вот так. Сейчас я включу. На 40 минут и на 180 градусов. Какой красивый пирожок получается. А пахнет вкусно. Знаете, только что я забыла сделать. Забыла помазать яичным желтком края пирога. Но уже не буду мазать, ладно. Забыла просто. Краешки красивые получились бы, золотистые. Все, пиццу достаем. Вот такой пирог получился у нас. Сейчас будем вытаскивать и резать на кусочки и кушать. Я хочу вам показать, как она получилась с той стороны, снизу. Посмотрите, какая красота. Вот видите? И здесь ничего не пригорает. На таком силиконовом листике очень хорошо печь пироги. Ну вот и готов наш пирог к чаю. Я порезала на кусочки. Согласитесь, что красиво, да? Всем приятного аппетита! И мы будем тоже сейчас пить чай.